Итак, господа, представляю вам ЖИК-1. Вот такая шняга. Получилось так, что 2 года назад Савельич, привет ему, где тут, подогнал мне вот такую шнягу. Что-то сегодня решил я наконец-то ее использовать. Вот. Короче, что мы из этого получили? Вот такую штуку. Такую штуку, которая будет делать вещи. А именно. Сейчас мы нашел я вот такой убитый топор. Сейчас я на ваших глазах восстановлю его спуски. Ну а режущая кромка — это уже дело техники. Так, снимаю правой рукой. Давайте поменяю руку. Ой. Погнали. Жик пошел. Я думаю, достаточно. 2 минуты. Что мы получили? Мы получили 2 спуска. Так. Есть еще немножко там. Еще все-таки, наверное, сделаю разок, чтобы вот эти зазубрины все убрать. Сейчас угол чуть-чуть поменяю и вперед.